Всем привет! В этом видео поговорим о том, что строительная отрасль Германии пошла под откос. Агентство Reuters сообщило о критическом положении дел в строительной отрасли Германии. За первое полугодие 2023 года количество совершенных сделок с недвижимостью в Германии снизилось на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество разрешений на строительство нового жилья упало на 28%. Рост ипотечных ставок по кредитам отпугнул покупателей. Отток покупателей недвижимости с рынка привел к падению цен на недвижимость в Германии в первом полугодии текущего года на 7% относительно первого полугодия прошлого года. При этом в самых крупных городах Германии, таких как Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн, цены на жилье снизились от 8 до 10%. Строительные компании сообщили о росте расходов на покупку стройматериалов на 40%. В условиях падения цен на жилье и роста производственных издержек многие компании заявили о финансовой несостоятельности и подали заявление на банкротство, остановив строительные работы. Жители Германии столкнулись с ситуацией, которую пережили в 90-х годах российские покупатели недвижимости и которая связана с повсеместным нарушением сроков строительства и сдачи жилья госкомиссии. Руководитель немецкой ассоциации компаний в сфере жилищного строительства Андреас Бойлих назвал текущее положение дел в строительной отрасли Германии катастрофическим. Немецкие эксперты заговорили о вероятном падении цен на недвижимость в Германии на 20%. И это крайне негативно отразится на немецкой экономике. На строительную отрасль приходится пятая часть объемов производства. В строительстве и смежных отраслях создано 10% рабочих мест в Германии. Все последние годы жилищное строительство прошло за счет выдачи населению льготных кредитов по ставке в 1-2% годовых. Энергоресурсы из России позволяли немецким предприятиям производить по доступным ценам цемент, стекло, асфальт, арматуру, пластик, обои. Сейчас ставки по ипотеке в Германии выросли до 7%. К таким ставкам жители Германии не привыкли. Падение цен на недвижимость снижает залоговую стоимость жилья и создает предпосылки для банковского кризиса, аналогичного тому, который испытала на себе американская банковская система в 2008 году. Немецкие строительные компании потребовали от правительства Германии временно отменить налог с продаж жилья. Это важный источник пополнения немецкой казны. За счет него бюджет в 2022 году получил 17 миллиардов евро. Это примерно соответствует 4% от всех доходов федерального бюджета.